Пионерский галстук был символом пионерской организации. Частица знамени пионерской организации. Три конца галстука символизировали нерушимую связь трех поколений – коммунистов, комсомольцев и пионеров. Галстук завязывался специальным узлом. Председатель дружины имел красный галстук с желтой каймой. В довоенные годы одним из атрибутов пионерской формы был специальный зажим. Интересна его символика. Пять поленьев костра означают пять континентов, а три языка пламени означают третий интернационал, Коминтерн. Впоследствии из-за сложности изготовления зажим перестали использовать, стали завязывать обычным узлом. Как повяжешь галстук, береги его. Он ведь с красным знаменем, цвета одного. А под этим знаменем в бой идут бойцы, бьются за отчизну братья и отцы. Как повяжешь галстук, ты светлее лицом. На скольких ребятах он пробит свинцом. Пионерский галстук, нет его родней. Он от юной крови стал еще красней. Как повяжешь галстук, береги его. Он ведь с красным знаменем, света одного.